Вон туда ушел. С автоматом? Да, да, с калашом. Террорист! Да, ребята, на пересечении улиц Шарипова, Жамбыла и в сторону к Байтурсынова, где Абая, там этот перестрелка. Террорист стреляет ни в чем не повинных людей. Только что свидетелем стал. На Байтурсынова, на центральном стадионе уже 4 взрыва. Осторожнее всех предупредите, пусть дома сидят. Все бородатые, и у них этот, у всех 4, 4 видел, все с калашами. Пацаны, всем, кто в городе, аккуратней будьте, едет какая-то сороковка, Камри, цвет точно не знает, он стреляет по городу, нашего сотрудника одного застрелили в РОВД. Всем аккуратней, он сейчас находится, последний выстрел был на Абая Байтурсынова, по городу ездит, стреляет все машины, будьте аккуратны, будьте бдительны, короче. Абай Лабжиндер. Пацаны, первый Алмата горит, теракт был, видать, все оцеплено. Мусоров куча. Первый Алмата, вокзал горит. На поражение, ребята, там на поражение точно. Куда их столько привезли-то у людей? Пытались попытаться. Это уже третья бригада. Тут сваливает на камере, смотри. Это такие новые. Какие, знаешь, сейчас они пойдут, типа команда будет исполнять. Заходи, говорит, заходит. Вот эти чувачки в бронежилете. Смотри, бородатый. Ты как, сразу пролет? Ну, у меня хочет кетип қалған өзі. Мына жаққа дворда. Мына жаққа кетті ма? Былай қарай кетті ма? Жоқ, мына жаққа, мына жаққа кіргенде былай қарай жүріп кетті. Скорый шақырды ма, мына ғой? Ана жігіттер аман қалды ма, мына? Бір жас жігіт жатыр и постовой жатыр. Екі адам жатыр. Сына, сына. Иә. Ана постовой жатыр. Жатыр, бес отыр жатыр ғой. Иә. Абрез, ана жақта бір абрез жатыр. Бір. Қай, хорошо, телефон.